В актовом зале районной администрации поздравили медицинских работников Северской центральной районной больницы. Повод внушительный. 26 апреля медучреждение отмечает столетний юбилей. Не щадя себя, жертвуя сном и отдыхом, вы были на передовой. Не только те, кто работал в инфекционном отделении, но и те, кто ежедневно прикрывал тылы на приемах в наших больницах и поликлиниках. Низкий вам поклон и безграничная благодарность. На протяжении 100 лет существования Северской больницы в ней работают специалисты, которых благодарят пациенты и помнят коллеги. Поздравили как работающих медиков, так и ветеранов труда. Им вручили почетные грамоты и благодарственные письма от администрации муниципалитета, а также районного совета депутатов. Подготовили и музыкальные поздравления. Важность здравоохранения трудно переоценить. От этого напрямую зависят человеческие жизни. Поздравил коллег и главврач больницы Манолис Анаников. Уважаемые коллеги, прежде всего я хочу вам выразить огромную благодарность за ваш самоотверженный труд. Спасибо вам большое. Северская ЦРБ на протяжении 100 лет уже доказала, что мы можем работать в любых условиях. Как в штатном режиме, так и в экстремальном. Манолис Анаников вручил представителям администрации издание по истории здравоохранения Северского района в двух томах. А медработников порадовали приятными сувенирами.